Девчата, всем привет! Сегодня очень хочу коротко, очень коротко рассказать о том, вообще, чем мы занимаемся. Знаете, такой бизнес на пальцах. Вообще, сетевой маркетинг – это самый классный бизнес, какой вообще существует. Это антикризисный бизнес, как я всегда говорю. Смотрите, на самом деле наша работа очень легкая. Что нужно для того, чтобы добиться успеха в сетевом бизнесе? Нужно терпение, обязательно терпение, без этого никуда. И нужно огромное желание изменить свою жизнь. То есть не обсуждать то, что творится сейчас в мире, в какой стране мы живем, как все несправедливо. То есть мы ничего не можем сделать, когда мы вот это все обсуждаем. Что изменится от того, что мы будем вот это вот все из пустого в порожнее переливать? Что-то изменится? Ничего не изменится. На самом деле события, они не меняются. Меняется наше отношение к этим событиям. Мы можем либо ныть, что вот так все плохо, я не в той стране живу, я не на той работе работаю, меня там не уважают, не ценят и так далее, мне мало платят. Либо просто вот про все это забыть, что происходит вокруг нас, и взять свою жизнь в свои руки. Смотрите, на самом деле сетевой маркетинг. Что тут сложного? Сложного нет ничего. Мы приходим, мы учимся делать товарооборот. Потому что сетевой маркетинг – это наличие товара. Любая сетевая компания – это наличие продукта. Продукта, который пользуется спросом. Если продукт спросом не пользуется, это не сетевая компания. Это пирамида, замаскированная под сетевую компанию. Продукт должен именно пользоваться спросом. У нас продукция именно вот та, которая нужна всем абсолютно. Все, потому что все моются, все чистят зубы. Элементарно. Элементарно. Мы не говорим про косметику. Мы все, но все моются и все чистят зубы. И все принимают витамины. Все. Это вот наша компания. Смотрите, мы приходим, мы учимся делать товарооборот, личный товарооборот. Есть несколько методов создания этого товарооборота. Если вы категорически не хотите пользоваться нашей продукцией, без проблем. Я всегда, знаете, какой пример привожу? Что есть, был такой человек, который изобрел памперсы. Был такой человек? Поверьте, он сам не пользовался памперсами. Он был абсолютно здоровым человеком, и он уже был взрослым, памперсы ему были не нужны. Но он их изобрел. И он стал миллионером. То есть и было бы желание. А возможности найдутся всегда. Мы приходим, мы учимся делать товарооборот. Мы пользуемся продукцией. Мы ее изучаем, эту продукцию. И мы начинаем рассказывать об этом людям. Не о продукции, а о возможности просто покупая для себя зарабатывать. Вот все. Да, мы должны рассказать очень многим людям об этом, но это очень интересная работа, это общение с людьми. Здесь все зависит, как вы будете общаться с людьми, на позитивной ноте, на негативной ноте, здесь все зависит от человека. Поверьте, что если вы человек позитивный, если вы можете, если люди к вам тянутся, то у вас будет успех. Самое главное – это любить людей и не считать себя выше, чем кто-то. То есть все люди абсолютно достойны хорошей жизни, хорошего заработка, такого же, какой есть у вас. Вы рассказываете людям о том, как выгодно зарабатывать на собственных покупках. Человек приходит, мы учим точно так же, мы же уже сами научились делать товарооборот личный, так? Мы человека учим делать товарооборот, то есть то, что мы умеем. Дальше мы с человеком обсуждаем, каким методом он будет работать. Потому что вокруг нас люди, мы живем в обществе, и мы можем рассказывать и работать везде. Методов работы очень много. Мы с человеком выбираем методы работы. Где он будет работать, как он будет работать. После того, как человек определился, мы готовим с ним рабочее место. То есть то место, где он будет работать. Та социальная сеть, либо какие-то доски объявлений, либо что-то еще. То есть все это мы помогаем. Спонсор для этого нужен, спонсор находится рядом. После того, как человек определился с местом работы, после того, как мы подготовили рабочее место, человек начинает рассказывать людям. К этому времени он уже владеет информацией, он уже знает, как рассказать, как донести до человека, как объяснить, как ответить на вопросы. Если честно, то для всего у нас есть шаблоны. Есть шаблоны. Мы шаблонами не пишем, то есть, но мы ими пользуемся для того, чтобы создать на основе этих шаблонов, создать свои какие-то шаблоны. То есть все изобретено, велосипед изобретать не нужно. Вам спонсор дает все. На этом работа спонсора заканчивается. Дальше. Спонсор со своими бизнес-партнерами просто дружит, просто общается. Ездим на золотые конференции, ездим, отдыхаем на курорты, где-то встречаемся, на каких-то мотивационных встречах, на банкетах директоров. Все. Понимаете? Вся работа. То есть научиться создавать товарооборот,
пригласить человека и человеку рассказать о том, что мы делаем, и насколько это круто. Методов, как это рассказать, тоже существует очень много. Вот. Человек приходит, ты ему даешь информацию, так как ты ей владеешь, у тебя это все готовое уже, уже пошагово разработанное, все инструкции, все у тебя есть. Самое главное, чтобы этот человек, который пришел, он пошагово выполнял то, что ты ему говоришь. Ты ему сказал сделать так, он сделал так. Ты ему сказал так, второй шаг такой, он сделал второй шаг, третий шаг и так далее. Все, вся работа. Вот вся работа. Больше нам делать ничего не нужно. Научиться создавать товарооборот и рассказывать об этом людям. Приходит другой человек, и мы начинаем заново. Опять учим его создавать товарооборот. Выбираем, где он, какой, каким методом работы он будет работать. Готовим рабочее место. Все, человек начинает работать. Даем ему все шаблоны, инструкции, человек начинает работать. Все. Понимаете, вся работа. Единственное, что это работа монотонная. А, нет такого, что одному человеку сказал, он сказал нет. Ой, все, у меня не получается, я пошел. Нет, тогда, конечно, ничего не получится. Это знаете, как если сравнить, например, магазин. Вы открыли свой магазин, к примеру. И за день в магазин зашло 100 человек. Ну, какой-то небольшой бутик открыли, да? 100 человек зашло. Они же не все 100 купят. Из 100 человек, ну, может, 20 купят. И это будет замечательно. А те 80, которые не купили, вы же не будете, ой, у меня 80 человек сегодня не купило. Все, закрываю магазин. Согласитесь, такого никогда не будет. И так же точно у нас. Это статистика. В общем, ну, в общем, это все, что я хотела сегодня рассказать. Очень коротко. Вопросы задавайте, пишите в личку, если вы хотите присоединиться к нашей команде. Все мои контакты под этим видео. Все, пока-пока.